Всем привет, дорогие друзья! И снова с вами Станислав на канале Шустрибум. Сегодня хочу приготовить из малого количества ингредиентов обалденный, вкусный, интересный завтрак. Все любят лаваш, все любят творог, а еще добавляем немного яблок. И у нас получается обалденный, вкусный, полезный завтрак. Начинаем готовить. Поехали! Нам понадобится 2 яблочка. Яблоко измельчаем в кубик. И отправляем в сотейник. Отправили наши яблочки на плиту. Добавляем 2 столовые ложки сахара с горкой. Яблочки обязательно берем сладкие, не кисло-сладкие, а именно сладкие. Так, немного перемешиваем и тушить будем примерно 10 минут. Если у вас также яблочки суховатые, добавляем примерно чайную ложку воды. Чтобы не пригорел наш сахар. Творога у меня здесь примерно грамм 450. Отправляю 2 яйца. И примерно 2 ложки сахара. И хорошенечко перемешиваем. Тем временем яблочки наши томятся. К яблочкам можно применить такие специи, как корицу и ваниль. Яблочки уже протушились, жидкость у нас выпарилась, и оставляем где-то на 5-10 минут, чтобы яблочки немного остыли. Как только яблочки остыли, отправляем их в творог. У нас получается обалденная сладкая начинка. Сегодня буду использовать квадратный лаваш. Обычно использую круглый. Я думаю, большой разницы нет. Сразу лаваш отправил в форму. Форму застелил пергаментом. И теперь красивенько разравниваем по всему листу лаваша нашу начинку. Начинку делим на 2 части. По желанию можно разделить на 3. Я обычно делю на 2 части. Застеливаем сверху еще один лист лаваша. Немного прижимаем. И отправляем оставшуюся порцию нашей вкусной начинки. Последний слой опять укрываем листом лаваша. Сверху смажем сметанкой. Сверху украшаем семенами кунжута.
отправляю в разогретую духовку. Выпекать буду при температуре 200 градусов примерно 15-20 минут до золотистой красивой корочки. Красота, ребята, просто шикарно. Прежде чем нарезать порционно, нужно дать немного остыть, буквально 2-3 минуты. Когда круглые лаваши были, я нарезал треугольниками, а уже в квадратном нарезаем квадратиками. Обожаю этот момент, когда нужно пробовать. Ребят, просто нет слов. Вкуснотища. Ну что я могу сказать по поводу вкусного приготовленного блюда. Обалденный завтрак, обалденный ужин. Готовьте вместе со мной, я уверен, вам также понравится. Со всеми прощаюсь до следующего видео. Не забываем подписываться, ставить жирные лайки, а также делиться с друзьями. Всем пока.